Здравствуйте, меня зовут Лилиан Гончаренко. Мне 10 лет. Я из Финляндии, города Турку. Я из молодежной организации «Альбатрос». Я рассказываю стихотворение Юлии Друниной. Ты должна, побледнев, стиснув зубы до хруста, от родного окопа одна, ты должна оторваться и бруствер проскочить под обстрелом должна. Ты должна, хоть вернешься едва ли, хоть не смей, повторяет комбат. Даже танки, они ведь из стали, в трех шагах от окопа горят. Ты должна, ведь нельзя притворяться пред собой, что не слышишь ночи, как почти безнадежно, сестрица, кто-то там под обстрелом кричит.